Нурсултан Назарбаев с рабочим визитом прибыл в Узбекистан. Президентский борт приземлился в аэропорту Ташкента во второй половине дня. Лидер Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. 15-е заседание Совета глав государств, членов ШОС, состоится завтра. Центральные темы – безопасность в регионе, борьба с терроризмом, противодействие наркотрафику. ШОС может расширить свои границы. Сейчас в организацию входят Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан. Еще ряд стран имеют статус наблюдателей. На саммите будут обсуждать присоединение к Шанхайской шестерке Индии, Пакистана, Ирана. Основным итоговым документом встречи станет Ташкентская декларация. Она будет содержать оценку деятельности организации.